То есть после этого уже нельзя будет. То есть сейчас там прикрутил 43 плечи, пошел в тир, пострелял, прикрутил сильно, пошел на ход. Ну, как сейчас, да, делают. Если этот процесс будет пройден, и у вас будет уже оружие, Да, то у вас уже уже как бы будет все, оружие, да? да, вы от него уже все, никуда не денетесь, это оружие. Ну, вы можете его там продать Ну, я и имею в виду, то так есть далее. нельзя обратно прикрутить 43-й плечи, а маркировка на направляющий уже У не вас даст как должна бы с быть ним ходить в маркировка, тир, да, у вас да? не будет. Если вы сами там нанесете, попытаетесь маркировку на 43 килограмм плечей, но это нарушение Не, закона, я это... имею в виду не это. То есть, смотри, у нас есть арбалет, Да. который оружие. Да. То есть по всем, со всеми вот этими бумажками и так далее. Может ли пользователь взять, открутить эти плечи усиленные и прикрутить 43? Что это будет тогда? И пойти в тир пострелять? Не может, потому что у него маркировка будет, ну, у него же на ручке остается номер, номер оружия. Ну, это переделка оружия получается. Вот, То есть да. То есть... самостоятельно он это делать не может. Вот, да, понял. Так. Поэтому можно иметь отдельно арбалет на 43 килограмма для тренировки какой-то. Ничего не мешает вам, допустим, на арбалете ослабить крепежными винтами, уменьшить усилие, если вам нужна тренировка. Пожалуйста, тренируйтесь. Нельзя только вносить конструктивные изменения в саму модель. Поэтому, если вы покупаете, скажем, какой-нибудь лук там а-ля Мэтьюс Сафари, да, там 90 фунтов, вот, никто же не тренируется в 90 фунтов. Все опускают там до 70, под охоту увеличивают. Но если раскрутить до 50, это все равно останется оружием со всеми Да. вытекающими. Вы тренироваться можете, охотиться не можете. Вот.